Вижу птичку, летит к месту встречи, которое называл Роберт. Ты думаешь, это приятель Роуберна? Могу ошибаться, но похоже на копов. Да и многие ли могут заполучить свои лапы вертолет в этом городе? Немногие. Эй, лучше поторопись, если хочешь достать их. И держись подальше от улиц, вокруг полно копов. Окей. Юху, всем привет, с вами Енот. С вами Мира Рейдж. Ай-я. Нет, не вариант, да? Ага. С вами Мира Рейдж, с вами Енот. Угу. Фига себе. Цепляйся! Это было рискованно. Все-таки стрёмно надо здесь прыгать. Он мне говорит, что куда-то туда надо. Я же оттуда пришел. А, выключить. Окей. Это у них непродуманная система. Мне кажется, если ты под ноги смотришь, он прыгает как-то криво. Так, вертолет. Вертолет. Ага. Так, ага, вижу. Рискованно было. Тайник. Не так нажал, не то. Нормально. Смотрю на планы этого места. Тут настоящий лабиринт, к тому же безлюдный. Уж на фильм еще когда-нибудь протру. Случайно Роберн выбрал его. Господи. Но если им понадобилась птичка, думаю, встреча будет где-то на крыше. Тебе надо найти путь наверх. Да, сейчас найдем. Как-то все слишком очевидно, вам не кажется? Ну как, по большей степени. Какую-то прям гусеницу изображает здесь. Я мог спрыгнуть, да, получается? Разницы, да нет. Значит, не сюда. Значит, вот он прыжок, значит, куда-то сюда. Так, нет, не сюда. Может, наоборот, значит? Что-то я потерялся. Где-то надо залезть. Мне туда надо по факту, как? Еще не перелезла? Нет, ищу путь. Это значит нет. Ну ладно, предположим. Туда бесполезно, значит сюда. Странно, что не допрыгнул. Почему не допрыгивает?
Странный, конечно, подход, но, видно, можно было как по-другому. Ну, что делать? Как умею, так прыгаю. Да ладно. Фух, прыгнул. Он почему-то отцепился. Давай, 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 давай. Интересно. Что и меня это покоцает? Или не покоцает? Покоцает. Давай. Конечно, неожиданно было, что это здесь. Так, теперь... Странно, я думал, мне больно будет высоко же. Так, тихо. Миля? Вот гад! Ты серьезно? Как чувствовала, что копам нельзя доверять. Так он с Роуберном заодно. Спорю, он участвует в этом и Карри. Посмотрим, что мне расскажет о Попе и Кейт. Да ладно, мы, они не слышали такой удар. Искать еще проход куда-то. Пошли. Га! Фигеть. Убирайся к черту. Никто не смеет мне угрожать. Черт, я в порядке. Так, сейчас надо правильную кнопку нажать. Я же нажал. Очень в порядке. Так, стойте, я же нажал правильно. Перехват. Давай еще раз. Ха. Да он тебя пошел. Убирайся с собой к черту. Никто не смеет мне угрожать. Значит, да, упасть так было бы больно. Я в панике. Так вставай, беги. Ага. Лучше начинай говорить. Я вижу, как вспотели твои ладони. Ты подставил Кейт Коннорс, так? Чёртова тварь! Нужен был именно коп, да? Ты ни хрена не услышишь! Кто пришил Поупа, ты? Нет! Я нанял одного профессионала! Я встречаюсь с ними завтра в 2 дня. Атриум галереи в центре. Ты сразу их узнаешь. И что за дела с Миллером? А ты любишь совать нос куда не следует? Вытащи меня. Осторожно, Фейн. Только учуди что-нибудь, мигом сброшу. Понял, понял. Черт, нет, тут кто-то стреляет. Они шлепнули Роуберна. Какого? Конец вечеринки, копы на подходе. Фейн, сваливай отсюда. Странно, что грохнули его, а не меня. Ведь по факту им проще было меня с шумами, чтобы я не мешался. Ну зачем ты убиваешь, да, своего человека? Зачем, непонятно. А? Я там побежал. А? Вижу ее. Опа. Черт! Я Shift G нажал, хотел красиво забежать в лифт. Замедление. Засёк,
Ай! Пошли, пошли! Пока! Ну, они даже не выглядывают сюда. Ну, конечно, зачем? Мы же тебя подозреваем. Выходит, Джек Нейпу заплатили, чтобы он натравил тебя на Роуперна. Интересно, кто за всем этим стоит? Секьюрити, а. Усиливаю твой сигнал. Попробуй пробраться через... Можно либо туда, либо сюда. Не сюда. Надо же, развилка путей. Вот это неожиданно. А, понятно, типа, если ты не умеешь одно, ты попробуешь другое. Я же бежал по стене, господи. Лучше бы, наверное, по трубам полез ползать, да? Да, еще раз. Ну, все. Что до этого не получалось, не понимаю. Сигнал устойчив. Судя по всему, копы отстали пока что. Похоже, перекрыли станцию Райдин Парк, затеяли там какой-то ремонт. Да пусть ведь все перекроют. Ого, копы спускаются в метро. Ты должна уходить глубже, Фейт. Не допрыгнул-то. Копы спускаются в метро. Уходи, Фейт. Не люблю такие моменты, надо было другим путем уходить. А, понял. Одна ошибка и все. Все, уже не знаешь, куда бежать. Глубже. Глубже уходим. Стопэ. Давай, 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 давай. Впереди копы пытаются отрезать тебя. Готовься к драке. Эй, бей-бей. Собака. Я же не люблю оружие, но что делать? Офигеть, кто, где? Давай, давай, давай. Вообще было опасно. Они на так долго реагируют. Упс. Я все хочу какой-нибудь прием там от стенки отскочить, ударить, сделать. Почему бы нет? Все, музыка закончилась, значит безопасно. Фига себе, она нарушает физику все. Ну да ладно, хотя местами, знаете, стрёмно. Ты бежишь, бежишь. Так, теперь сюда. А? Не работает. Подсобка нужна. А.
Господи, я запрыгнул прямо на поручень. Мышка. Прикольно. Кто-то тебе писал. Out of order. Кто дверь ломает? Да, фейт ломает. Фейт, фейт. Ах ты ж. Скопы приближаются, не стой толпом, фейт. Теряю твой сигнал. Ва! Господи! Как страшно! Вижу ее! Ай! Ай! Ху-ху! Так, значит, мне надо бежать в ту сторону. Уху, стрёмненько. Они будут тоже бегать. Чё? Стойте, я должен разобраться, как с другой стороны зайти. Хотя зачем с другой, когда могу по встречке просто бежать все. Ты там не лезь. Но мое дело было предупредить. Так, мне надо сюда. Нормально. Да? Столько путящих, где я, кто я? А, понял. Хотя нифига не понял. Мне нужно подняться наверх. Ага. Так. Это оказалось проще, чем я думал. А дальше вот. Туда? Ага, снова есть сигнал. Похоже на пост контроля вентиляции. Попробуй отключить вентилятор, за ними обычно расположены служебные туннели. Конечно, тут мощно по этим бегает. Ты отпустись, пожалуйста. В смысле, на него прям прыгнуть, да? Ха-ха! Воу! Господи, не могу тебе подсказать дорогу. Ищи выход сама, ты. Ищи выход сама, фига себе. Прыгать, что ли, надо? А как выход-то искать?
Нифига себе, тормозной путь. Все поезда в туннеле. Ха, я могла размазать. Кстати, приближается еще один, убирайся оттуда. Черт. Я ожидал будет немножко. Отличная работа, малышка, нет слов. Да офигеть. Если какие-то проблемы, Селеста сейчас рядом и сможет прийти на помощь. Фу, а вот теперь реально ладони потеют. Паника, паника. И даже разговаривать не могу. К чему ты клонишь? Убийца. И что? Это убийца Поупа. Он будет завтра в галерее Нью-Эдем. Хочу встретиться с ним. Фейт, зачем тебе это? Это не твоя драка. Ну не знаю, заляг на время на дно. Когда я была ребенком, я не замечала, что происходит со старым городом. Мои родители замечали. И они считали, что им есть что защищать. Мама и папа были друзьями Поупа. Организовывали протесты, давили на мэра, таскали меня с сестрой на митинги. Тогда я не понимала, зачем. Какой в этом был смысл? Мерк сказал, твоя мама умерла. Ее убили во время городских погромов. Который перерос один из маршей. Ничего себе! Потом все пошло наперекосяк. Папа так и не простил себя, а я... В общем, вскоре я сбежала из дома. Наверное, я тоже не могла его простить. И тогда ты встретила Мерка? Он поймал меня, когда я влезла в его нору. Да ну, он никогда не рассказывал. Он предложил мне стать бегущей, казалось, это был шанс уйти с улиц. Больше все равно нечего было делать. То, что ты сейчас делаешь, Фейт, это верный способ нарваться на пулю. Они втянули в это мою сестру Цел. Я должна очистить ее имя. Я ей многим обязана. И я выживу. У меня это неплохо получается. Выжить этого мало. Надо еще обустроить и саму жизнь. Эй, не хочешь пойти со мной завтра? Мне пригодится твоя помощь. Не могу. Дрейк нагрузил меня работой и говорит, что я расслабилась. Слушай, мне уже пора. Ладно, скоро кому-то снова захочется пострелять в меня. Давай, пока. По идее, игра несложная. Удачи. Буквально один раз ее пройти, и потом можно на максимально играть и пройти, не получив ни единой пули. Это вполне реально. Ну и игра того стоит. Так, мы идем на встречу с каким-то чуваком. Галерея Нью-Эдем должна быть впереди. Только будь осторожна, мэр Каллаган проводит встречу с избирателями в нескольких кварталах оттуда, и все дороги будут перекрыты полицией. Да. Будем профессионалами. Прикиньте, так главку ты бежать по стене. Мы же знаем, если ты попробуешь побежать так по стене, ты тупо разобьешься. Так, прикиньте, так. Выход на эстакаду должен быть в секциях 3 и 4. Я пробовал убить милицию, но бесполезно. Тебе, наверное, можно. Фак. А чё я не зацепился? Не понял. Чё не так-то? А где? Я же не могу так тупить и не понимать, куда прыгать. Стоп. Он говорит, как-то туда, а как? Ну ладно, нифига не очевидно это, но окей.
Чё я так шпыляюсь-то? А куда? Что происходит? Ну явно сюда. А, вот он, блин. Я это и думаю, куда? Да вообще офигеть! Кто меня заметил? Как заметил? Да никого нету, расслабьтесь. Вообще я должен был тихо это все пробежать, чтобы никто не заметил. Они все видят. Да как так? Фух, можно присесть. Нет, нельзя. Но я могу посмотреть на свои ноги. Часто ли вы в играх видите ноги, которые работают нормально, и можно свою попень тоже, наверное, как-нибудь глянуть. Не знаю. Не туда, но явно сюда. Ага. Иногда резкий разворот нажимать не стоит. Он тупо кидает, и я теряюсь. Да, господи. Кто? А, туда? Кто выдумывает таким маршрут этим бегунам? Копы лезут на крышу впереди тебя, похоже, без драки не обойтись. Музыка началась, будет драка, да? Люблю так падать. Не туда, понятно. Че, в другое место лезть нельзя, что ли? Я же зашел сбоку. Ладно. А? Так, ладно, их походу придется убить, потому что я что-то не понимаю, куда бежать. Так, стопы. Ай! Ну,
Ну. Опа. А, да понтовался. Ладно. Я просто хочу их красиво убить. Типа я же бегу. Воу-воу-воу-воу-воу. Да как? Да как? Он даже красным не загорелся. А-а-а. Я же это сделаю все равно. Я убью их красиво, подобается настоящему воину. Все. Ага, и мне надо было сюда бежать. Ну да, здесь бы не убежал вместе с ними. Ура. Ты молодец, Галерея всего в паре кварталов от тебя. Да я знаю. Так, нет, сюда. Вообще, цветовая палитра подобрана неплохо. Та-та-та-та-та. Интересно, эти трубы горячие или нет? Вообще так трубы пускает, да? По сантехнике от бога. Ты уже рядом с галереей. Пустим их через стену, а чё б нет-то? Как же светло здесь. Стой. Ага. Ну, чуть-чуть не долетел. Это не страшно. Блин, с одной стороны так думаешь, блин, капец, с другой стороны, прикинь, бы так бегать. Все равно капец. Я бы не знаю. Я, конечно, занимался своего. Ох ты ж. Рода паркуром. Уа! Чё сразу двое-то напали? Нам же не обязательно всех убивать. Они отдали. Можешь заходить, не боясь получить пулю. Да! Ладно. Не бегут сразу двое. И это нечестно. Давай, давай, давай! Они отстали. Можешь заходить, не боясь получить пулю. Ага. А то, что я маслину поймал, тебя это не волнует, да? Давай, поделись. Быстрее. Ну, залази. Никакая она, блин.
очень неудобные. Не, понимаю, что это я тут усложняю себе жизнь, потому что до этого я так не делал никогда. И вижу сокращалку хорошую. Они отстали. Можешь заходить, не боясь получить пулю. Нет, я боюсь. Я не понимаю. Мне что ли перепрыгнуть от одного на другой? Или чё? Да нифига они не отстали. Опа. А это кто бежит? Блин. Да ладно, опять отсюда. Почему их двое сразу? Ладно. Хватит умирать. Ставим как профессионалы. Они отстали. Можешь заходить. Красиво. Не могу, вон какой-то чувак бежит. Я бы его с дробаша бы сжах. С пистолета. Аж не может его себе закинуть почему-то. Всегда бежать на краю. На грани. Ну. Пытался так по стенкам бегать. Ну, когда типа отталкиваешься, тут капец. Клетки отшибаешься только так. Давай, 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 давай. Ну, как учтиво. А он только ускоряется каждый раз. Окей. А. Да, блин. Или она сама не может бежать, просто жми вперед, она бежит, всех избивает, было бы классно. Но нет, приходится самому все делать. Роуберн планировал встретиться со своими дружками в атриуме, да? Стой! Вот он, атриум, прямо перед тобой. Куда? И? Да, лифт. Поехали. Не попали, не попали, не попали. Ого! Нашпиговали как. Побежал, называется, по прямой.
Мне надо выше. Выше надо, как-то выше. Тебе надо попасть на крышу, Мэйк. Йо, Макарёк, как их тут много. Баба. А как? Постарайся забраться на верхние уровни. Так я пытаюсь. Там везде шмаляет, я паникую. А, вижу. Капец. А когда-то я прям... Все ж говорю, я это проходил на максимум. Я даже не парился. Черт. Я то бы всех избивал, бегал, не получал под... ни одной пули. По клумбам бегаю. Спасибо, что сказал. А я прям не знал, что выход где-то там. Двигайся. Я не останавливаюсь, я боюсь остановиться. Ты чуть остановился, все, тебя нашпиговали. Они даже не спрашивают, они просто шмаляют. Сверху вижу лестницу, понятно, мне на нее, да, как-то? Выше, Пейк! Кэти налазить может. Выше, Пейк, выше. Странно, что мы их прослушать можем, а они нас нет. А? Чё за крики? Тормози, тормози, тормози. Он же остановился. Чё, я поцарапался об движение просто? Кто бы чё царапался? Прыгай же, сейчас становится, прыгну. Ай! Я не знал, что тут так высоко. Хорошо. Все. Ну и кто что притащил? Так, ну мне надо наверх. По словам Дрейка, на другой стороне Атриума должен быть выход. Ты должна пробиться к нему, Фейс. Я, конечно, понимаю, но... Я не понимаю. Давай, давай. Да прям вас не хватало бы. Но мне вот пить дать туда. То есть мне нужно туда. А. Не, ну а чё, я честно отжал оружие. А чёрт, чёрт! Ща все сделаем, просто я был не готов.
Стой, успокаивайся. Фига себе. Господи, как это стрёмно. Ну, смотри, как стрёмно. Я все равно переживаю за персонажа, вы не поверите. Слишком переживаю. Да, многие могут уже не верят, кто-то может не смотрит, кому-то вообще наплевать. Но я переживаю. Похоже, наш маленький приятель вернулся. Думаешь, он убийца? Я не знаю, но думаю, найду того, кто в курсе дел. Фух, ништяк, вовремя закончили. Ну, она красива. Эй, Фейтель, как мило, что ты решила заглянуть. После небольшой стимуляции Роуберн разговорился и поведал о встрече, назначенной с убийцей Поупа в торговой галерее. И ты думаешь, это я, да? Но когда я туда добралась, угадай, кто меня ждал. Без понятия, Фейт. Я туда хожу только за пирожными. Сильно разозленные копы. Ты случайно не знаешь ничего об этом, а? Нет, Фейти. Это был не я. Вообще, если бы я хотел твоей смерти, я бы просто убил тебя сам. Не думаешь так? Ты прав. Тупица вроде тебя не смог бы организовать все это. Ну, не надо быть бум. Роуберн мертв. Не думай, что есть рыба и покрупней. Это не я. Он возглавлял охрану Поупа целых 5 лет. О, это я давно знаю, Мерк. А толку? Все как и раньше. Но, боюсь, я вынужден закончить нашу неожиданную встречу. Куча дел, сама понимаешь. Постарайся, чтобы тебя не шлёпнули. Мерк, можешь не притворяться, что ты не подслушивал. Как дела? Поищешь что-то на Пиранделла Крюгер Секьюрити? Момент. Зачем тебе? Видела название этой конторы, когда была в офисе Роуберна. И кое-где еще. Броский логотип. Нашел что-нибудь? Только то, что ожидал. Сигнализации, заборы, бронированные машины, частная охрана. Они делают мир безопасным, наверное. Где они базируются? Несколько офисов по городу и новый офис в районе доков. Сбрось мне адресок. Хочу наведаться в гости. То есть она забила у нас всю свою работу и бегает просто так. То давали бы так, типа, ты должен выполнить работу, но там если успеваешь, можешь расследовать, и было бы классно. Пусть работа даже была бесконечной бы. Каждый раз куда-то отнести, отправить. Направляйся к зданию со знаком большой дурацкой собаки. Войдешь через погрузочный док. А, спасибо. И когда появляется возможность... А, это не могу разбить. И когда появляется возможность, если ты успеваешь доставить, ты можешь проследовать. У тебя там, грубо говоря, неделя на расследование. Было бы прикольно. Ну ладно, чего я возмущаюсь. Всем хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.